Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 сентября. Память святого священномученика Корнута, епископа Никомидийского. Святой священномученик Корнут жил в окрестностях Никомидии, в селении Саталы. Он был ревностным исповедником имени Христова. Во время гонений на христиан послан был в ту страну иконийский правитель Пирений. Когда многие христиане разбежались от его преследований в потаенные места, святой Корнут, уже достигший маститой старости, предстал перед ним сам. На вопрос правителя о том, кто он, престарелый святитель смело ответил: «Я христианин!» И начал открыто исповедовать, что Христос есть истинный Бог, Творец всего, и обличать идольскую лесть. Ему обвязали ноги тонкими бечевками и повлекли по городским улицам, причем из прорезанных бечевками ног ручьями текла кровь. Среди своих мучений священномученик благодарил Бога. Потом, после новых мук, он был усечен мечом. Мученическая кончина святого Корнута последовала царствование римского императора Декия 249-251 годы. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.